Очередной инцидент на миротворческом посту на мосту Вадалы воду. Бывшего мэра Пырыты Гурия Попу, ветерана Приднестровской войны, вновь задержали миротворцы. Произошло все 12 сентября после интервью, которое он дал журналистке ТВ-8 Виорике Татару. Информацию о произошедшем подтвердили в бюро реинтеграции, а по данным ассоциации Промалекс, Попа был задержан за публичную критику миссии миротворцев на Днестре. В знак протеста десятки людей заблокировали пост, потребовав освобождения. Гурия Попа находился за рулем своего автомобиля, когда его остановили. После того, как он предъявил по требованию удостоверения личности, солдаты попросили открыть багажник, а также удалить кадры, снятые здесь на смартфон. Бывший мэр отказался подчиняться, за что провел более 8 часов в компании миротворцев и вызван на проверку. Я спросил их, почему они остановили меня. Они попросили на проверку документы и хотели проверить машину. Сказали, что у них такая инструкция и что так и должно быть. Затем Гурия Попу все же освободили, но через 2 дня вновь задержали. В знак протеста десятки человек из Пырыты заблокировали пост миротворцев. Запечатленными в этот момент кадрами поделились с нами Андрей Копторенко и Виорика Татару. В связи с этим ассоциация «Промалекс» обратилась к властям с просьбой обеспечить общественный порядок и задокументировать случай. Позже Гурия Попу миротворцы опять освободили. Ветеран войны стал главным героем одного из сюжетов проекта «Река без границ», снятого журналистами Виорикой Татару и Андреем Копторенко. Попа был мэром во время войны 92 года. Он пытался противостоять сепаратистам, которые в полночь вывели его из дома и отправили в дубоссарскую тюрьму.